ночь всегда на службе мы. На страже огненной степи, за то, что бережет все наши сны. Виват пожарные России. 27 декабря сотрудники зареченских подразделений МЧС отметили свой профессиональный праздник – День спасателя. Они круглосуточно стоят на страже нашего спокойствия и безопасности. В любую минуту готовы прийти на помощь по первому зову и всегда до последнего борются за каждую человеческую жизнь, рискуя собственной. Пожароопасная обстановка, сложившаяся в Пензенской области минувшим летом, еще раз показала, что Зареченская экстренная служба номер один готова в любой момент самоотверженно броситься в бой со стихией. Слова благодарности за преданную службу и поздравления звучали в этот день в адрес огнеборцев. Я желаю всем нашим, всему нашему личному составу, членам семей нашего личного состава благополучия, благосостояния, морально-психологического спокойствия в семье. Одно из основных моих пожеланий, оно всегда звучит, я считаю, что оно всегда для нас должно присутствовать, это чтобы мы все с вами всегда с дежурства домой возвращались живыми и здоровыми. Всех с праздником. Всего самого доброго. Многие сотрудники экстренной службы были награждены медалями МЧС и отмечены почетными грамотами за добросовестное исполнение обязанностей, смелость и доблесть, проявленные в чрезвычайных ситуациях. На праздничном вечере в центре ЛАД виновники торжества блеснули своими талантами. Но мне всего милее, мне всего дороже ты, жемчужина Сульской земли. Светлана Демина, Игорь Видаков, телерадиокомпания «Заречный».